Всем привет! Сегодня мы находимся в Dream World. Здесь Winterfest. Праздник такой, скажем, зимний. Посмотрим, что же здесь будет зимнего. Должно быть интересно. Здесь такая горка, где можно покататься. И вроде настоящий снег, она такая ледяная, да? Ну да, лед там, не снег. Ну что, тоже весело. Так, подошла наша очередь. Берем вот такие круги. Бери. Ну, для деток чего нет? Тем более для многих, кто даже снега, считай, не видел или льда, может и понравится. А мы-то люди уже подкованные в этом плане, в плане снега и льда. И даже успели в Зеландии съездить, в Куинстаун, на снегу покататься. Дети реальный снег видели. Кстати, у нас есть видео, если хотите, можете обязательно посмотреть. Так что да. Вот. Ну, мы пошли дальше, посмотрим, что здесь еще есть. Тут еще можно арендовать вот такие а-ля домики в зимнем стиле. Они отдельно. Их всего 3 вроде бы, да? Иглу. Вот какие шезлонги. Почувствуй себя лилипутом. Ну? Неудобно, конечно. Они видно, вроде. Вот они, видишь, летают везде. Сделали а-ля снег. Такой летает мелкие-мелкие пузырьки. Да, мелкие мыльные пузырьки и имитация снега. Да, она же Winterfest. Зима пришла. Здесь каток. Так, коньки одели, коньки какие-то ужасные. Ужас. Одели. Так. Короче, ужасные коньки, качество убитое. Ну, убитые, за ними никто не следил. Ну, как бы, один раз поприкалываться пойдет. Лёд здесь вроде бы настоящий.
интересно, конечно, но минус того, что очень много народа. Катаешься и боишься, что на кого-то наткнешься. А так, в принципе, прикольно, что лед настоящий. It is the world's tallest drop tower, standing at 119 meters.
вышел на прогулку. Это выход просто.